Я майстер ремонтної роти артилерійського озброєння ремонтно-відновленого батальйону 5-ї ШБР. Наша робота заключається в ремонті, в техобслуживанні різних гаубиц, включає Д-30, 2С1 «Гвоздіка», 2С3 «Акація», американська пушка М-119, БМП, ремонт зенітних установок. Іноді приходиться допомагати і зенітчикам. Наш підрозділ займається ремонтом данной пушки М-119 американского производства. Эта пушка была отремонтирована подразделением ремонтной роты, и хлопцы сейчас собирают ее в походное положение и поедут на позицию помогать нашей пехоте. Наши хлопцы работают 24/7. В любое время по звонку мы собрались в течение 5 минут и выехали в указанное место для ремонта техобслуживания. Коллектив очень слаженный, все відповідальні дуже, все работают на благо нашей армии. Ну, еще дякуем нашему командиру-хирургу, который собрал нас воедино, создал боевые группы, которые выезжают и ремонтуют всю технику, которую мы только можем. Для того, чтобы наши побратимы как можно швидше потрапили на боевую и как можно сильнее дали под зад российским оккупантам. Скорее бы нам всем победить, вернуться домой к семьям, чтобы все ждут с нетерпением нашей победы. От малышей до наших жен, матерей, до каждой людины нашей Украины, которая чекает своих сынов, братьев, батьков, всех. Я думаю, что мы скоро победим.